Научиться преподавать английский по новому современному методу мечтает студентка из Рыбницы Елена Барган. Она стала победительницей проекта «Именные стипендии» от компании «Шериф». Теперь каждый месяц в течение семестра она будет получать по $150. Английский, немецкий, испанский, еще немного японский. Языки для этой девушки, как она сама говорит, вся ее жизнь. Лена – студентка, учится на преподавателя иностранных языков в Рыбницком филиале ПГУ. У меня в детстве не очень складывалось с английским языком, но в классе в 5-м, наверное, у меня появился преподаватель, который меня очень смог вдохновить в школе. И после того, как мы подготовились к нескольким олимпиадам, и все получилось, я подумала, что я могу попробовать, и у меня все получится тоже. И все действительно получилось. Лена – одна из лучших студенток на курсе. Уже освоила специальность переводчика, но больше нравится преподавать языки. 3,5 года Лена онлайн учит английскому людей из разных стран. Сейчас среди ее учеников – врач-анестезиолог, визажист и менеджер. Есть что-то такое в том, когда видишь, что человеку понятно, у него наконец-то получилось, и у него счастье, и маленькая победа для меня. А есть уже ваши какие-то успешные ученики, ну вот кто, да, там, кому действительно помогло, вот то, что занимался с вами? Да. Например, одна девушка переезжает к своему мужу в Лондон, и ей нужно было обязательно сдать экзамен на знание A1 Life Skill. Мы с ней долгое время занимались, она очень сильно нервничала, но она отлично все сдала, и ну, уже с сентября переезжает. В свободное время Лена читает английскую литературу, рисует и занимается научной работой, пишет статьи, и все они про наш край. Вообще Лена считает, что преподавать английский детям в школах нужно с акцентом на то место, где они живут. То есть не только Лондон – столица Англии, но и что-то связанное с нашим регионом, то, что действительно интересно. Если мы выходим в онлайн-пространство и оказывается, есть люди, которым очень интересен наш регион, наша история, и кто мы вообще такие, как мы здесь живем. И когда не можешь им описать, что здесь происходит, это довольно неприятно. Мне кажется, если осваивать эту тему и делать больше упор в школе на нее, можно помочь школьникам в будущем. Пока студентка из Рыбницы учит английскому только взрослых, но очень хотела бы работать и с детьми. И кажется, говорит Лена, она уже решила, куда пойдет ее именная стипендия от компании «Шериф». Есть курсы, которые мне давно хотелось посетить. Называются «Преподавание по методу SEI. Обучение детей без использования русского языка английскому». Очень интересно, захватывающе, хочется научиться использовать в дальнейшем. Это по онлайн, да, в интернете? Это курсы онлайн, да, но можно преподавать как сидя в кабинете с детьми, так и тоже онлайн. Получать именную стипендию Лена будет в течение 1 месяца, потом опять будет подавать документы, поэтому расслабляться некогда. За все время проекта от компании «Шериф» свою стипендию уже получили больше 1600 человек. Ирина Руснак и Леонид Мастак, ТСВ.